Как тебя зовут, детка? Секс был важнейшей частью. Я бы никогда в жизни не вздумал тебе изменять. Накладной ноготь. Вот залет. Жизни Ричи Джонсона. Ты третий раз за год запорол нормальные отношения. С моей сестрой? Пошел вон! Вот бы мой болт наконец успокоился. И теперь эта часть... Надо срочно поговорить. Исчезла совсем. Проснулся сегодня, а его нет. Похоже на подмышку азиата. И это не самое ужасное. Это я, твой член. Что? Он стал человеком. Здоров. Я твой хуй. Знакомая хватка. Как все исправить? Следующее полнолуние откроется какой-нибудь портал. Так, следующее полнолуние у нас... Ты дебил, это шутка, я не знаю, как приделаться назад. Я же никогда не тусил раньше, мне все в новинку. Он вообще не останавливается ни на минуту. Твоя жизнь стала в 1000 раз проще. Ничего не мешает тебе строить нормальные отношения. Тебя как будто подменили. Плохо дело. Я найду, на кого ты там запал, и порву ее, как тузик грелку. Он подонок, но не совсем же конченый. Если захочет, сможет. У нас ролевой секс, без паники. Познакомьтесь. С его дружком. Своим телкам теперь меня лучше не показывай. Кэм Жиганда, Ник Тун, Джейми Чан, Кэтрин Каннингем. Наверное, лучше не спрашивать, когда ты мне купишь iPhone. Нет, но там семейный тариф. Нет! За конец ответишь.